Избирательная система важна для политической модернизации. Таким мнением поделились участники волонтерского движения «Лидер КИЗ». Они надеются, что на этих выборах будет больше возможностей для молодежи. Анаргуль Мушканова, член волонтерского движения «Лидер КИЗ», несколько раз волонтируясь на выборах. Волонтер уверен, что через избирательный процесс будут реализованы новые инициативы. Анаргуль также отмечает, что это дело является важным шагом в направлении расширения возможностей гражданской активности. За тех людей, которых мы как бы надеемся, чтобы они вышли как бы вперед, так как они обещали, как бы, когда давали какие-то свои программы, мы видели, как они говорили, что мы будем как бы восстанавливать, помогать, особенно вот молодежи, потому что очень, я вот тоже склоняюсь к тому, что большинство молодежи, которые вот отучились, не могут найти работу по профессии. Надеемся, что депутаты, маслихаты, парламенты там нам помогут в этом. Выборы – важный шаг в жизни государства. В своем выступлении Анастасия Агальцева отметила, что будущее страны в руках молодежи. Также высказала свое мнение о ходе выборов. Выборы для меня, для всего Казахстана – это то, что мы выбираем будущее. Не выберем будущее – у нас не будет его. Как раньше было, такого не должно быть. Просто выбираем мы для себя, для внуков, для детей. На выборах были очень много молодых людей. Семейные пары приходили, дети приходили. Ребенку, которому сегодня именно исполнился год, он сам скинул корзину, получается, бюллетень. И для него это такая радость была, он как будто, и его там за дверью бабушка, дедушка, там родственники ждали. Такой вот реальный момент был. Был дедушка 92 года. Кроме того, волонтеры уверены, что сегодняшняя политическая кампания будет способствовать формированию предвыборной культуры. Рахат Салеев, Аида Хамитова, Жерсун Мерзак, Кокчай Акпарат.